Добрый день, друзья! Вот такие деньки замечательные, посмотрите, стоят сейчас в Оренбурге. Морозные деньки, ясные, небо голубое-голубое, а не облачко. Стройка продолжается, здесь вот у нас елочки торгуют елками. Пока народ только еще покупают елки. Вот так, друзья, у нас украшена новогодняя елочка наша. Посмотрите, стеклянные красивые шары. Также здесь есть вот розы в золотом, украшающие любой наряд. Наряд елочки нашей новогодней. Вот такая птичка колибри тоже прекрасная. Посмотрите, какой клювик у нее. Мы перед Новым годом обязательно зажжем камин и повесим новогодние сапожки. Вот так вот украсила ленты нарядной. Я приглашаю вас на кухню, и мы приготовим с вами вкусное мясо с апельсином. Вот так выглядит празднично наше прекрасное новогоднее блюдо, друзья. Я хочу сказать, что также можно запекать таким образом в апельсинах, в таком маринаде, любое мясо. Пусть будет мясо ягненка, говядины. Ну, здесь я тоже, друзья, вот украсила, такой венок сделала симпатичный своими руками, подвесила. И наши продукты для блюда вкусного. Килограмм мяса, пару апельсинов, специи. Понадобится 2 столовые ложки уксуса яблочного, вот у меня яблочный уксус, и оливкового масла 3 столовые ложки. Нарезаем наше мясо примерно на куски по 1,5 сантиметра. Мясо нарезано, друзья, посмотрите. Следующий наш этап – приготовления маринада. Мы высыпаем всю нашу зелень, все специи, которые мы приготовили. Здесь у нас и красный перец, и имбирь, и мята, и черный перец, мускатный орех натертый, и чеснок. Мы натираем наше мясо. В наш маринад, друзья, я отправляю столовую ложку меда еще. Мы с вами будем наше мясо мариновать. То есть вот в эти разрезы мы с вами закладываем нашу смесь, то есть обмазываем все мясо тщательно. Вот тут столовую ложку я взяла. Смотрите, в зависимости от вашего куска. Здесь у меня килограмм, поэтому я взяла столовую ложку. Если больше кусок, конечно же, уже больше. И дадим настояться в течение 30-40 минут наше мясо. Теперь нарезаем апельсин. Апельсины наши готовы. Мясо замариновалось. Полчаса прошло достаточно. И мы с вами укладываем в наши разрезы апельсины. Мясо получается нежное. Очень ароматное. И прекрасно это мясо прекрасно съедается всеми гостями, друзья. Мясо у нас уложено вот так, таким образом. И мы его прикрываем сверху фольгой. Я делаю несколько надрезов, чтобы мясо дышало. И отправляю в температуре 200 градусов минут на 30 в нашу духовку. Друзья, за 10 минут до приготовления я вот раскрыла, достала мясо, раскрыла.
фольгу и отправляю его еще на 10 минут запекаться. Блюдо я, друзья, вот таким образом украсила. И апельсинами дольками. И сейчас мы с вами выложим наше мясо прямо на это блюдо. Вот таким образом. Посмотрите, друзья, вот таким образом я украсила наше блюдо, освободила от фольги. Мясо готово. Сейчас я вам покажу в разрезе. Здесь вот тут остался у нас сок. Мы смело этот сок можем перелить на наше праздничное блюдо. Давайте сейчас посмотрим, как выглядит на разрез наше мясо. Вот такое, посмотрите, прекрасное мясо. Я вам хочу показать поближе. Пропеклось, замечательно промариновалось, замариновалось. Мясо не сухое получилось у нас. Вот я вам так выкладываю на тарелочку. Посмотрите, как нарядно выглядит, прекрасно выглядит наше мясо, запеченное в апельсинах. Готовьте, друзья, радуйте своих родных и любимых. С наступающим Новым годом и Рождеством! Новых встреч на канале «Новые горизонты».